Зал я впервые пришла в 5 лет. Это был детский сад обычный, и после меня перевели за достижения уже в спортивную школу. До того момента, пока никаких успехов не было, я не понимала, чем я занимаюсь, для чего я занимаюсь. Но как только пришел первый успех, все пошло, и появилась любовь к этому делу.